Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quest. Сегодня выходные. Мы с женой взяли курс на город Scott Bluffs. Он располагается на границе со штатом Вайоминг. Там располагается самая известная гора штата Небраски Chimney Rock. И располагается национальный природоведческий парк. Вот туда мы сейчас и направляемся. Итак, раннее утро следующего дня мы выезжаем из отеля, где остановились на ночь. К сожалению, для истории не сохранились видеокадры, как мы доехали до Scott Bluffs. На самом деле дорога оказалась не 7,5 часов, как показывает Google, а все 9. Приехали мы далеко за полночь. И кинули свои кости в ближайший мотель, который у нас был по пути, потому что очень устали. Все-таки с двумя маленькими детьми путешествовать несколько тяжело. Вот. Но, тем не менее. Ночью мы не смогли рассмотреть этот замечательный городок, население которого всего 15 тысяч человек. Хотя он входит в список крупнейших городов нашего штата. Вот. Вообще, штат, как оказалось, у нас малозаселенный, кроме Омахи или еще там четырех городов. Все остальные населенные пункты крайне малы. Но, а вот этот Scott Bluffs, он вообще производит такое впечатление очень и очень провинциальное. Вот такая прям конкретная дыра на границе трех штатов. Вот. То есть впору брать в качестве декорации для съемки вневременных фильмов, то есть с тем же успехом здесь можно снимать какие-то вестерны, с тем же успехом можно снимать фильмы про 60-е, 70-е, 80-е годы, если вы видите, я вот специально сделал вот такую обработку, как старое кино, старое телевидение, вот такое вот. И, пожалуйста, вот вам Scott Bluffs, то есть такое вот захолустное, чисто американское местечко, вот. Основан он был 100 лет назад, вот, в 1899 году, ну, а де юра статус он получил уже где-то, наверное, в начале уже 20 века. Данная численность населения начинается с 1910 года, первая, видимо, была перепись, и составила 1700 человек с небольшим, вот. Следующая перепись, вот, которая указана в Википедии, в том числе, это вот, 2010 год, 15 тысяч человек. По сравнению с 2000 годом немножко численность уменьшилась. И делается прогноз о том, что на 15 год численность упадет до 14 800, то есть уменьшается население. Но по большому счету здесь заниматься нечем. Вот. С туристических целей достаточно странно выглядит город, кроме вот National Monument и вот этой горы Chimney Rock, ничего здесь интересного нету. То есть, ну, сами видите, пейзажи какой-то такой достаточно унылый. Но, тем не менее, можно, наверное, организовывать такие интересные туристические поездки для людей, которые хотят американской экзотики, чтобы особо далеко не углубляться от Омаха, от цивилизации, чтобы так вот в доступности на один день приехать и посмотреть такое вот захолустье, чисто американское. С моей точки зрения, если вот такой планировать туристический маршрут, чтобы плюс-минус это было интересно, нужно вообще сделать такую поездку, то есть проехаться через Агалала, ну и, соответственно, остановиться, может быть, с ночевкой, а назад ехать уже через другие населенные пункты нашего штата. Штат у нас оказался сюрпризом.
Достаточно было углубиться на 100 миль от Интерстейта 80 на север, как сразу поменялся рельеф. Если внизу штат чисто такой сельскохозяйственный, равнины, все засеяно кукурузными полями, то вот 100 миль севернее совершенно другой рельеф, он напоминает Шотландию, холмы, выпасы. Вот. Ну и вот мы берем курс на National Monument. Близость к соседнему штату внесла свою коррективу, оказался здесь другой часовой пояс, и мы упустили один час. Хотела приехать уже заранее и рассвет заснять в горах, но не удалось. Солнышко уже встало, поэтому мы достаточно быстро встали на колеса и поехали уже смотреть National Monument. Вначале хотели поехать к Chimney Rock, но потом прикинули, что по карте, наверное, интереснее будет начать вот с этого комплекса. Это оказался достаточно интересный национальный парк, такой природный, ландшафтный, очень интересный. Но, конечно, не сравнится с God's Garden в Колорадо. Вот. Хотя разик приехать сюда поснимать можно. Я даже пожалел, что не взял с собой квадрокоптер, чтобы можно было заснять с высоты птичьего полета все эти горы. Вот. Получились бы, наверное, очень интересные, красивые кадры. Вот. Ну, вы можете наслаждаться вот этой дорогой под классическую американскую музыку, вот, вневременную. И вы видите, идеально все это ложится на ту картинку, которую вы видите. Да.
вот мы доехали до Scott Bluffs National Monument. Это такой национальный парк с горами, проложенной тропинкой, удобным парковочным местом. И сейчас пойдем смотреть. А вон там, я вижу, вдалеке виднеется как раз та самая знаменитая гора Chimney Rock. Но это уже наша вторая точка. Чуть попозже. Близко. Собираемся. Ты можешь писать, что стоит такой. Стой. Нелегко с этим юрким и прытким малышом ходить в путешествие. Особенно если малыш крайне любопытный и свой нос засовывает во все мыслимые и немыслимые дырки. Давай, Зин, с тобой штатив возьмем, снимемся со штативом где-нибудь на фоне. Вот этот столбик, самая максимальная отметка высоты в Scott Bluffs 1417 метров. Блин, аккуратненько, не упади. Маме! Вон, маленькая скалолазка-альпинистка уже лезет. Сейчас я подхвачу. Лиз, давай руку. Лиза, давай, давай, руку давай. Вот. Давай-ка. Раз. Раз. Молодец, молодец. Давай, 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 давай. Надо будет тебе булочку специальную купить. От папы не на шаг. Смотри, какая красота. Во. Покажи своему пингвиненку, какая здесь красота. Какие кейки! Да?
Дух захватывает, да? Вот так вот здесь. Ну, вот там мама селфи делает. Стой, пожалуйста, стой. Серега, если ты меня на том свете видишь и слышишь, я нашел местечко, где бы тебе очень и очень понравилось бы. Помню наши посиделки на биостанции и на Чуфут-Кале. Смотри, тут скамеечку прям для тебя подготовили. Чтобы сесть с чашечкой кофе, рассмолить сигаретину Captain Black, наслаждаясь вот такой панорамкой. Ну, это, походу, конец нашей пешей прогулки здесь, да? Даже нет,
Да, к сожалению, часть трейла закрыта из-за камнепада. Вот сразу видно, здесь природа отличается от того, что у нас в Омаха. Даже вон кактусы растут. Зина уже на кактус наступила. Уже с ним близко познакомилась. А еще растет вот такое вот растение с очень острыми кончиками листиков. Не знаю, что это за растение, но тоже крайне неприятно, если на него напороться в штанах, да. А этот лист питается сосисками. Да. Природа и трейл – это хорошо, а копченые маленькие клап-сосиски лучше. Да? Небольшой экскурс в историю. Тут, кстати, везде, что мне нравится в Америке, есть вот эти таблички с небольшими историческими фактами. Через Скотт Блафс проходила линия Pony Express. Так называемая конная экспресс-почта сообщений. Так вот, что здесь написано. Актуальность вот такой скоростной доставки писем и сообщений потеряла себя в 1861 году, когда была проведена первая трансконтинентальная телеграфная линия через Орегон Трейл, которая проходила через Скотт Блафс до Калифорнии.
Фейри. Но относительно Омахи это прямо очень такой показательный американский населенный пункт. Такой, знаешь, махровой американской глубинки. Чтобы... Если бы сейчас бы не поехал ты куда? Ну, я понимаю, ты бы не поехал. Ну, представляешь, люди, которые хотят увидеть настоящую Америку. Где эту настоящую Америку ехать? Нужно какие-то вообще там ехать, не знаю, Штаты. Даже не знаю. А здесь можно относительно недалеко от Омахи оказаться прям вообще в махровой деревенщине. Полностью в махровой. Посмотри, тут прям пейзажи конкретные, такой провинции американской, не знаю, уж дальше. Это вывески 50-х годов, не до вывески еще остались. Да тут вообще время заморозилось, я не знаю, что они там себе думают. Я понятно, здесь еще пахнет навозом. Терри Таун вон написано. Навозом пахнет. Навозом пахнет. Одна сельхозтехника.
right in quarter of a mile. Take next right. Граница штата Небраска. Самое, что ни на есть граница. С одной стороны Вайоминг, с другой стороны Колорадо. Все. Route calculation. Prepare to turn right in more than quarter of a mile. Safeway, какой-то местный супермаркет. Не знаю, наверное, в Миссури тоже есть какие-то городки похожие, мне кажется. Все-таки где-нибудь там, не знаю. Но я вот такую глубинку вот реально вижу, вот такой захолустье. Впервые вот. Я что, я говорю, что если здесь убрать машины, то как будто да, они 100 лет назад. Ну, убрать современные вывески. Убрать там, эти да. вывески и вот эти все эти машины убрать и одеть. Платье, шляпы. Вон, ну здесь, смотри, кусочек прям вот, не знаю, что то ли 70-е годы, то ли 60-й вот кусок вот этот взять, сюда добавить. Welcome to Valley. Downtown Scott Blood. То есть проезжай вечером. Second right, then ну, take next right. С Downtown исторически. Все, мы здесь в историческом Downtown. Пятнадцатая улица. Route calculation. Ну, похоже, тут это есть Prepare старичка to turn right in quarter of a mile. Ну, что так въезжали сюда, через даунтаун? Будем проходить, сфотографировать или так чисто пройдемся? Ты хочешь сфотографировать здесь? Ну, пару кадров я бы сделал. Вон сколько машин проехал вообще, дедушка. Похоже, в машине времени, что проехал. Века. Да. Кинотеатр из прошлого века. В принципе, все, что здесь мы сейчас видим, все как бы, все как и было раньше. Достаточно на две улицы в сторону уйти, там вообще, блин. Вне времени, вне пространства. Take next right. Так что в качестве такой туристической заманухи вот, привезти людей сюда на сутки, найти только какую-нибудь еще закусочку за трапезную, такую, типа то, что я в Сент-Поле нашел. Route calculation. И все. Prepare to turn right in quarter of a mile. Ну все, делаем разворот тогда, я так понимаю, да? Ну да. Все дома старые. Это там что, Статус Свободы или Иисус стоит мне группа? А, нет, Статус Свободы. Нет, не Статус Свободы. Статус Свободы. В принципе, все как есть, но... Prepare to turn right in half mile. Интересно, кто в Курской области живет из моих зрителей канала? Интересно. Ты ничего не писал, ничего не спросил. Ну, вообще на будущее надо спрашивать, я так понимаю. Я думаю, везде здесь смотрят, даже здесь. Едем в Скотт Блафс.
граждане, кто в Скотт-Блаффсе живет, найдите мне самое американское затрапезное кафе. Вот, Скотт-Блаффс гамбургер. Похоже, здесь. Ну да, похоже. Что? Но я бы больше бы вагончик предпочел бы такой, как там, в Сент-Поле. И нет вагончиков таких? Да есть, я думаю. Просто мы не знаем, где эти вагончики. Биг Кеймарт, вот смотри-ка. Это Биг Кеймарт есть? Нет, не здесь, сори. Это что-то как-то не выезд, это да. Выезд. Это въезд сюда на зону Плазы, а нам нужно... Лобби, это там все для дома. Биг Кеймарт? Да все как обычно, нет. Вот, что касается современных построек, это все... Это все как и было. И люди часть старая, часть новая, они удалили городок. Дин, я не удивлюсь, если здесь и нормальные есть постройки. Вот еще Данхам, спорт, детского магазина. Местный какой-то локальный. Ну, рабочая крестьянская деревня такая здесь. Если бы у них не было бы гор здесь, грубо говоря. Если бы они приезжали. Здесь вообще делать нечего. Вот им единственное повезло, что у них горы вот эти, все. С точки зрения туристической ценности – ноль. Если бы я бы жила здесь, я бы все повесилась бы. Я приехала бы отсюда, только закончила школу. Сожалеешь, тебе бы я просто ехала бы и все. Ну, я думаю, даже здесь... Даже Гудвилл есть, смотри. Ну, это что хотел. Какой-то маленький здесь. Бензин по 2,22. Машина ставится. Да. Еще какой-то. Мы такой вышли с нет апартаментов. Ой, то есть отели. С кучи отелей. Я вчера вам и комфорт, и мне седей, и на восьмерка. Я вчера сделал просто то расположение, чтобы там утром было удобнее встать и стартовать в направлении нашего пункта назначения. Вот сколько этих соображений я резервировал отель. Каждая ванна была отстойная в туалет. Ну, Зина, что ты хотела за $44? 55. Ну, 55 нас взяли, потому что тетя намекнула, что может номер быть другой. Мягко, так сказать, намекнула. Я намек понял, и даже сверху еще доллар дал. За ее хлопоты. Ну а что, она номер нам показала. Хотя она сказала, что у них менеджмент рогом уперся, говорит, никому номера не показывает, вселять как есть. Что наводит на мысль, что у них есть номера и похлеще. Ну, прям открытый текст сказал, ребят, вы что хотите, Хилтон за $44? Нет, я все отлично понимаю. Там и работяги останавливаются, сама видео, там такие персонажи. Там чистенько было, конечно. Чистенько, да. Но очень скромно. Но очень скромно. Даже телевизор древний. Но зачем новый телевизор? Вот зачем им новый телевизор? We'll be right back.
Доехали наконец-то до Chimney Rock. Гора располагается вот там. Судя по всему, это пешеходный трейл. Сзади меня Visitor Center. Сейчас пойду узнаем, что почем хотели с мячом. Очень понравились мне вот эти вот сопроводительные таблички о том, что осторожно, здесь водятся змеи. Вот. Так что, скорее всего, в жаркое время года здесь действительно есть змеи. Нужно смотреть под ноги. Вот. Немножко здесь климат отличается. Это все это граница штата уже. Другой экологический ареал. Соответственно, другие животные водятся. Как-то так. Наш главный путешественник. Да. Стой. Вон, видишь, гора какая? Жень, видишь, посмотри туда. Жень. Женька. Пап. Будем ползать. Вот так вот. Ну или такой способ передвижения.